означаю ориентира. Лиц, прибывших с южных районов Афганистана, Кандагара и других провинций, руководителям, военным руководителям. Я думаю, что вся мировое сообщество сейчас с пониманием относится вот именно к проблемам международного терроризма. Надо взаимодействие, естественно. Прежде всего, Таджикистан будет скоординировать свои действия со странами Содружества, Российской Федерации, поскольку мы давно сотрудничаем в этой области. Осуществляется взаимодействие с вооруженными силами Таджикистана, с пограничниками Таджикистана, с главами местных администраций. И я надеюсь, что объединенными усилиями мы сможем реально противостоять международному терроризму и тем процессам, которые сейчас развиваются в Афганистане.